75 представителей самых разных рабочих профессий собрались 3 августа в культурно-спортивном центре «Мечта» посостязаться друг с другом в теории. Многие участники, признанные профи, не раз получали дипломы лидеров. На что рассчитывает дебютант Сергей Гордополов? Думаю, в тройку войду. Я очень рад, что попал сюда. И в планах на следующий год, я думаю, тоже. У меня очень большое желание все-таки дойти до областного, а там, может быть, еще и выше. Главное, что у нас есть команда. Команда, которая не только в районе, но и на область поедет. Самая была лучшая. Я так думаю, что и в этом году не подведем с итогами и приобретем хорошие костюмы и хорошее настроение, и главное – хорошие знания. На пути к вершине пьедестала 102 баллам три составляющих – тестовые вопросы по теории, охране труда и доврачебной помощи. Что удивило, на самом деле очень все быстро отвечали, то есть время давалось на каждый из пунктов. Вот, допустим, по билетам по охране труда 20 вопросов, 20 минут. Люди буквально минут за 10 уже все ответили. Самоуверенность, поверхностные знания подвели ни одного конкурсанта. Как выяснили члены жюри, многие не просто плавали, тонули, отвечая на вопросы доврачебной медицинской помощи. История конкурсов по профессиям началась в Одинцово с Зинаиды Кузьминой и Лидии Кмеловой. Еще в 2001 году президиум горкома принял решение сформировать команду и принять участие в первом областном конкурсе. В 2003 году уже наш район сам принимал коллег по цеху всего Подмосковья и стал победителем. Подведение итогов 16-го конкурса Кузьмина начала с представления самых молодых участников – Елены Гернцевой и Сергея Гордополова. А дальше имена лидеров. Дворник Светлана Счастливцева. Она и в прошлом году была первой. Владимир Ладыгин. Слесарь аварийных работ, неоднократный победитель предыдущих конкурсов, набрал 98 баллов, всего уступив 2 балла слесарю-сантехнику Сергею Чибисову. Сергей Гордополов в команде электросварщиков занял, как и предполагал, 3 место. Победители 10 номинаций будут защищать наш район на областных соревнованиях. Лидия Сергеевна Милова, председатель жюри, посоветовала всем, кто поедет на область, начинать подготовку уже сегодня. Призеры стоят перед вами. Поаплодируйте им. Пожелаем им доброго здоровья, успехов и показать себя в области. Значимость, важность, востребованность профессии сферы ЖКХ неоспорима. Нет работы важней и нужней, чем заботиться круглогодично о комфорте и благе людей. Галина Поликарпова, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».